you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Machine Holy Play, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулов, это мой твинг. И как я, в принципе, обещал, сегодня я покажу второй иш, какой я приобрел. Первый иш вы, в принципе, видели, точнее, москвич. Ну, иш, москвич, в принципе, ну, одно и то же. Короче, вы, думаю, видели мой желтый москвич, иш. И сегодня я покажу второй иш. Конечно, он довольно-таки, можно сказать, колхозным для вас выглядеть будет, наверное. Напишите, кстати, в комментариях, сейчас вы увидите. Не знаю, мне он понравился. У него есть два баха, конечно, но я пока что на нем хочу покататься, в принципе. Вот он. Вот такой вот иш, пацаны. Вот такой вот четкий ижак. Я думаю, вообще сочно выглядит, в принципе. Мне он очень нравится. Реально выглядит очень круто. Просто, ну посмотрите на эту прелесть, реально. Вот скажите, выглядит реально охрененно. Просто, ну, блин, спасу косы. И да, это новая серия с вебкой, в принципе. С веб-камерой. Я не знаю, я еще эту серию не выложил. Где я говорил, типа, ОПГ там. Сколько зарабатывает ОПГ. Не знаю, какой там звук будет. Нормальный нет. Вы тоже напишите, нормальный здесь звук будет или нет. Мне это будет реально интересно. У него есть два бага, в принципе. Давайте так его сделаем. Я его купил буквально недавно, но по пробегу, в принципе, можете видеть. Пробег 5 километров всего лишь. Просто реально сейчас послушайте его звук. Просто послушайте этот звук. Ну, согласитесь, это реально жестко. Вы просто еще не слышали звук желтого москвича. Там звук реально очень охрененный. Просто я забыл тогда его, в принципе, вам дать послушать. Но, в принципе, этот москвичонок вы услышали. Как он издает звук какой. Давайте отъедем, я вам покажу. Если что, это вот машина. Это иш тоже 412, только комби. Стоит эта машина 60 тысяч в автосалоне, я ее покупал. Сегодня прям купил ее. Вот такой вот мод поставил. Вообще, эта моделька предназначена для Элегии, но у меня на Элегию нету денег, поэтому я купил тоже комби. Но, как видите, немного трет. Но, как по мне, ничего страшного. Она без нитро, конечно, но, возможно, я ее продам и куплю кое-что поинтереснее. Но, а что, вы узнаете, в принципе, в следующей серии, поэтому обязательно ставьте лукасы. Минуточку внимания. Хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это столовая в ПГТ Батырева. Найти его можно через GPS, 6 раздел и 9 бизнес. На карте у вас он будет отображен вот таким вот значком. Это центральная столовая Батырева Юность. Здесь вы можете хорошо перекусить. В меню есть куриный суп, макароны с котлетами и стакан компота. Цены вполне себе нормальные. Вход, конечно же, бесплатный, буду ждать всех, приходите в мою столовую и кушайте. Так что, обязательно, приходите в мою столовую, не пожалеете. И серия с новой тачкой выйдет быстрее. Ссылку на этот мод я оставлю в описании, в принципе, можете скачивать, устанавливать ее. Только там нужно будет выбрать машину, но я вам, в принципе, покажу на скрине сейчас, как там, какую там нужно машину выбрать. Выбирайте эту машину и нажимайте просто установить. Я думаю, все довольно-таки ясно и понятно. Поэтому как-то так. Давайте сейчас поедем. Я вам покажу, что и как, в принципе. Так, видите, ну, низко, видите, чуть-чуть царапается, но, честно говоря, мне на это насрать как-то, блин. Реально, мне как-то на это пофиг, что она немного царапается. Особо разгону это не мешает, на самом деле. Какой бах? Это вот что натрет, и вот еще бах. Вот такой, что у него под капотом ничего вообще нету. Вообще ничего нету под капотом. Поэтому, как видите, вот такой вот бах. В принципе. Ну а сама тачка реально выглядит круто. Видите, нету. Под капотом пусто просто. Сзади вот такой вот багажник, в принципе. Ну, багажник как багажник. Смотри, какая просто банка стоит сзади. Реально это четко.
Ну, еще вот баг я нашел, да. Вот такой вот баг. Конечно, да, 3 бага, блин, скажете, фу, дерьмо полное. Я эти моды ставлю не просто так. Конечно, я бы мог там поставить какой-то Mercedes, там, Бэху какую-то. Но я ставлю на машины, какие и есть эти машины, только изменяю визуальный вид. Она стоит недорого, но реально эмоции от нее довольно-таки классные получаешь. Как бы и вам советую, в принципе, устанавливать. Серьезно, можете купить машину за 60 тысяч, хотя у вас там может быть гелик там и так далее, и просто от нее получать кучу эмоций. Ну реально, конечно, ее вижу только я, но блин, как она, какая она реально очень красивая. Эмоциональная такая тачка, ну реально, я охренел, когда ее увидел, я ее сразу поставил, в принципе. Вот такой развал сзади на колесах. Я думаю, конечно, она должна была поровнее стоять. Прима, сигареты, ну все дела. Но она имеет катанная, понимаете, она катанная, катанные фары, разварки такие охуенные просто, выхлоп. Да, баги есть, но с ним я готов, честно говоря, смириться. Мне вот такой ее внешний вид очень нравится, реально. Она не красится, к сожалению, как предыдущий Иш. Но все равно вид имеет, понимаете, вид имеет. Главное это вид. Да, вы на ней жестко не навалите, но это машина, знаете, по фану чисто. Это машина чисто по фану, покататься. Поразвлекаться, знаете, поугарать. И она эти эмоции приносит, она с этой задачей как бы справляется. Вот такой спойлер стоит, я забыл, как называется там по-нормальному. Ну реально, блин, машина просто приносит кучу эмоций. И мне она реально очень нравится. Просто очень нравится. Конечно, я ее продам. Я этого не отрицаю, я ее продам. Не из-за того, что она баганая, из-за того, что я хочу еще кое-какую модельку поставить интересную. Я решил, знаете, на клинке, конечно, у меня немного денег, всего лишь 12 тысяч, но я решил, знаете, немножко поразвлекаться, как бы, и именно из дешевых машин ставить прикольные моды. Я думаю, это прикольная затея, поэтому обязательно Лукаса ставьте, в принципе. Ну да, я, конечно, есть модели с косяками, но, блин, я буду пытаться находить модели без косяков. Эта модель с косяками, но согласитесь, она красивая, реально. Просто, ну, красивая. Я думаю, когда вы только увидели, вы реально охуели, думаете, нихера себе, что это такое просто. А это Иш-комби, пацаны. Это Иш-комби. Реально, конечно, на ней боком даже не дать, на самом деле. На ней даже не дать боком. У кого? Рыжика дэмит. Ну, это нормально. Ну, куда ты, блин, поворачиваешь? Ну, вот тебе и наказание, в принципе, чувак. Я думаю, мне колесо пробили, это у меня сзади черкает просто. Ну, реально, тачка просто вид имеет. И мне это нравится. Реально, мне это нравится. Напишите в комментариях, как вам эта тачка. Ну, реально, блин, ну, покататься просто, ну, вы можете спокойно этот мод удалить. Как бы, вы можете просто по угару купить эту машину. 60 тысяч, это не так уж и много, понимаете? Можно заработать их спокойно, тем более сейчас X2. Просто купить тачку, поиграть, я думаю, это хорошая идея. Поэтому, в принципе, скачивайте мод, повторю, ссылочка есть в описании. И наслаждайтесь, в принципе, этой моделью. Реально моделька годная. Жалко, ее вижу только я. Ну, прикиньте, сейчас на 8 бит подъехать, если бы все видели мою машину, они бы реально охуели. Все внимание было бы к ней, я серьезно говорю. Вот все внимание было бы только к ней. На самом-то деле. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании, заходите на сайте и обязательно ставьте лайки. Всем пока-пока.